Женя. Значит так, тестим разницу, чтобы подивимся, какая разница будет. Это сейчас у меня обзорная антенна вертикальная. И будем сравнивать с 10 элементами, но только они 3 метра от земли находятся. А вертикальная 10 метров от земли. Так, а ну, Женек, включись. Жеки там швабра направленная на 430. Включайся, Жека. Да, ну, в общем, 5 кубиков сейчас на тебя. Но у меня два элемента на тебя направлены. Вот. Так, два элемента. А ну еще раз включись. И мощность у меня средняя, 20 ватт входная. Ага, 20 ватт. Ну, 3 кубика. Ну, у меня 40-ка максималочка. Тра-та-та-та-та-та. Так, сейчас. Я сейчас это... Сейчас, Жека, переключу разъемы. Ну, короче, минутку подожди. Я сейчас сбегаю. Да, поставил на паузу, а это записал. Красавчик, все, сейчас я тоже ставлю на паузу. Самое вроде было. А ну, включись еще раз. Здесь ВР3, щука-щука, центр. 10 элементов, но только 3 метра от земли. А то вертикал, но 10 метров от земли. А ну, включайся. Да, те же 5 делений и не двигаются. Такое чувство, что и не менял антенны. Бузерон. А, менял антенны. Ну, хрен его знает, что, о чем это говорит. Что она хорошо работает. Ты ж понимаешь, 3 метра все-таки от земли, а не 10, правильно? Ну да, ты ж ее на зиму 100 градусов направил. Не знаю, момент, сейчас, секунду. Так, чтоб подивимся, какая разница будет. Это сейчас у меня обзорная антенна вертикальная. И будем сравнивать с 10 элементами, но только они 3 метра от земли находятся. А вертикально 10 метров от земли. Так, а ну, Женек, включись. В Жеке там швабра направлена на 430. Включайся, Жека. Да, ну, в общем, 5 кубиков сейчас на тебя, но у меня 2 элемента на тебя направлены, вот. Так, 2 элемента. А ну, еще раз включись. И мощность у меня средняя, 20 ватт выходная. Ага, 20 ватт. Ну, 3 кубика. Ну, у меня 40-ка максималочка. Тра-та-та-та-та-та. Так, сейчас. Я сейчас это... Сейчас, Жека, переключу разъемы. Ну, короче, минутку подожди. Я сейчас сбегаю. Так, включил запись. В общем, так, подожди. То ли 4, то ли 5, то же самое вроде было. А ну, включись еще раз. Здесь ВР3, щука-щука, центр. 10 элементов, но только 3 метра от земли. А то вертикал, но 10 метров от земли. А ну, включайся. Да, те же 5 делений и не двигаются. Такое чувство, что и не менял антенны. А, менял антенны. Ну, хрен его знает. Что, о чем это говорит? Что она хорошо работает. Ты ж понимаешь, 3 метра все-таки от земли, а не 10, правильно? Ну да, ты ж ее на зимут 100 градусов направил. Момент, сейчас, секунду. Так, ну, а ну еще раз включись. Это ты подвернул антенну, да, уже точно вот. Да, это 100 градусов. Но дело в том, что у меня там нет, если на восток хотя бы, там хоть какой-то пролет смотрит мимо домов. А тут прямо оно в дом смотрит, поэтому, наверное, хуже стало. Да, в общем, 5 делений. Как было, так и осталось. Вроде бы целых 40 градусов, но без изменений. Ну да, 5 делений. У тебя также на мой сигнал показывает? Нет, ты хуже проходишь. Сейчас я, наверное, ты же понимаешь, мы работаем с отражёнками. То есть у меня только возможность работать с отражёнкой, поэтому я должен направлять туда, куда больше, ну, выход волны, ты понимаешь, да? То есть чисто вот как бы, ну, это даже не восток, это получается северо-восток. То есть как бы туда надо направлять, чтобы был выход волны. Да, то, по-моему, в прошлый раз под конец передачи твоей аж один кубик пятый пропадал, а вот сейчас стабильно 5 кубиков, так что не хуже. Ну, на тебя сейчас 2 куба показывают, 2, понял, 2 куба. Сейчас я еще раз прыгну, посмотрю.